Александр Иванов Крамской. Это имя в нашей стране ассоциируется с прекрасным инструментом, шестиструнной гитарой. Благодаря этому человеку гитара в нашей стране встала в один ряд с другими классическими инструментами. И, будучи совсем молодым юношей, попал на концерт Андреса Сегови. Был поражен игрой этого великого музыканта и решил, что всю жизнь он посвятит гитаре. Так и случилось. Это прекрасный исполнитель, композитор, дирижер, преподаватель. Вел обширную гастрольную деятельность. Он побывал буквально во всех уголках нашей страны. И также у него были многочисленные гастроли за рубежом. Он даже был в нашей Пензенской области, в том же городе Кузнецке. Общался с музыкантами, привозил свои произведения, которых у него было достаточно много, более 300. И среди них даже были миниатюры, а также были два концерта для гитары с симфоническим оркестром и огромное количество народных обработок. Этот человек любил гитару и свою жизнь посвятил становлению этого инструмента. И мы благодарны ему за это, потому что так оно и получилось.